Ребята, всем привет! Всем большой привет! Я снова на Татышево. Знаете, что-то как-то два дня не получалось гулять. Ну, то девчонки приходили, то что-то еще у меня было. И знаете, я хочу сказать себе большое спасибо за то, что я оставила этот пуховик. Себе и всем вам, кто советовал мне это сделать. Настолько мне в нем комфортно. Вы знаете, вот он теплый, он легкий, он не обременительный, он длинный. То есть мне не надо думать там, чего одеть, чтобы прикрыть вот эту зону от пуховика до ног, до конца ног. Ну, короче, вот так вот. У нас на улице сегодня 1 градус, по-моему, даже плюсом. И вчера то же самое было. Все как бы, ну не все, а вот здесь-то вы видите снег, а в городе, где люди бесконечно ходят, месят эту черную грязь. Вот, но дело в том, что пару-то дней назад было минус 23, и метеозависимым-то это просто вообще трешняк. У меня знакомая метеозависимая, она говорит: Лена, я просто лежу. Ну, очень сильно переносит. Тяжело. О, господи, как хорошо. Переносит вот это. Вот видите, опять эти пирамидальные тополя я вам показывала. Да, ну вот так вот. Пошла гулять. Девчонки, ребята, напишите, как у вас с погодой. Какая погода в регионах, в других. Ну, вы знаете, вот мы разговаривали с подругами. На самом деле, настолько потеплел климат в Сибири. У нас настолько теплая зима и осень. Ну, года, знаете, наверное, 3 уже. Вот так вот. Но в этом году особенно теплая. Я считаю, что в этом году особенно. Ребята, смотрите, у нас какие качели на набережной. Вот я сейчас сяду и покачаюсь. Получу удовольствие. Ой. Ой, красота какая! Небо, вот мне кажется, уже весеннее. Птички поют, люди гуляют. Красота! Такая тишина, знаете, везде. Спокойствие. Как будто все у нас хорошо. Качаюсь. Слушайте, вот вставать не хочется. Такая красота. Вставать неохота. Парочка. Серошейка и селезень. Дружат отдельно от стаи. Милая парочка. Ой, чудо, как хорошо. Солнечная дорожка. Лесочка рыбачит. Смотрите, ребята, какая у нас веселенькая лестница, ведущая наверх. Смотрите-ка, ребята, мне кажется, это новый ресторан выстроили, Арагви, грузинский. Интересно. Это на площади, где оперный театр. Вот видите, рядом оперный театр. Ну, может быть, сейчас загляну, спрошу, как там, как его можно будет посетить в ближайшее будущее. Ребята, Арагви ресторан не работает. Я хотела туда зайти пообедать. Зашла в Макдональдс, взяла мороженое, вишневый пирог. Сейчас я вам его покажу, мне уже дали. И мне
делают кофе латте макиато. Честно сказать, его ни разу не пробовала. Сейчас листья попробую. Ну вот так вот он мне взбивает молоко. Смотрите, какое у меня мороженое. Вишневый пирог. Будем пробовать. О, боже мой, какая... Ну вот, ребята, смотрите, вот такое у меня мороженое. Я сейчас буду пробовать. И латте макиато. Пробую латте. Неплохо. Неплохо. Ну-ка, сейчас мороженое. Первый раз мороженое пробую в этом заведении. Ребята, боже, это на самом деле очень вкусно. Вот это вот, вот эти вот квадратики, это как бы как сухое тесто, что ли. Ну, сухарики такие из теста. Вишня прямо замороженная, видимо. Ну-ка еще раз. Ребята, насколько мне не нравится Макдональдс, я тут брала что-то. Биг Тейсти Сыр, по-моему, не помню. И насколько мне не понравилось. Я сюда практически не хожу. Но десерт отменный. И кофе, по сути, неплохой. Ну-ка. Там молодежь что-то празднует. Поздравлялку какую-то кричали, по-моему, там день рождения. Слушай, какой у меня замечательный денек-то получился прогулочный. Вот тут еще китайская кухня. Гоу-бо, по-моему, да, называется? Надо зайти попробовать тоже. Ну, говорят, неплохо. Там рядышком Бургер Кинг. Зайти нам с Люсей. Что-то мы тут в этом месте не испробовали кухню-то. Ребята, не разочаровал мне Макдональдс, что касаемо десерта, еще раз повторюсь, да, еще вкусненько все. Но я вот сижу и думаю, Макдональдс как бы забил на все эти запреты и коды, да, а какой-то, вот извините меня, по-другому сказать не могу, страны что ли, которые пирогами нас тут торгуют. Он не то, что коды проверяет, а он запрашивает еще паспортные данные, фамилию, имя, отчество, год рождения. Вы вообще что, в себе? Нет, пирожковая. Вы маленькая, что-то как-то это. Ну и пусто там, конечно. И что вы сами себе придумали там? Я не знаю, слушайте, такие перегибы, такие неадекватное такое поведение у людей, ну, то есть понятно, что это руководитель вот этой пирожковой, видимо, сказал своим подчиненным, кассирам, они наверняка не сами придумали, да, проверять паспортные данные у посетителей. Вот, ну, вы в себе или как? Хочется мне у вас спросить. Ребята, у меня зашла в Пульсити, у меня закончился скраб для тела. Вот такой был, натура сибирика, облепихово-медовый. Мне он нравится, но он у меня закончился. Хочу что-нибудь другое попробовать. Вот искала. Так, что тут у нас? Прасковья или как она там называется? Вот это. Ну, короче говоря, я хочу попробовать Планету Органику. Вот выбрала. С инжиром. Органический греческий инжир. И глина тут. Для тонуса, упругости кожи. Вот этот вот возьму. И у меня еще закончилось средство для мытья посуды. Сейчас я пойду и возьму корейское средство. Я, по-моему, вам обещала показать, какое. Вот сейчас пойду посмотрю, есть ли в наличии. Так, девчонки, еще беру я карандаш Катрис для губ. Мне нравится очень Плампинг. Этот, кстати, Плампинг, вот этот. Он увеличивает немного губы. Так, но я брала не такой. Не знаю даже. Короче говоря, я вот ту помаду жидкую матовую, да, 65-й тон Maybelline, я взяла, у меня, вернее, карандаш для губ номер 5.
очень хорошо подходит. Кстати, помада здесь в Эль-Сити. Девчонки, где она? Вот она. Да, вот она, да? 609 рублей. А на сайте ВБ она 283, что ли. Вот так. Ребята. Ага. Чисел. Там очень надо внимательно. Ну, чтобы разобраться, да? Угу. Так, вот, ребята, смотрите, вот этот стенд со средством для мытья посуды. Тут есть и Таиланд, и Корея, и Китай. Ну, вот это вот, допустим, баночка Китай. Мы сейчас продавцом посмотрели. Вот эта бутылка тут 720 миллилитров с дозатором. Она стоит 459,90. Это Корея. Но сейчас идет у нее скидка 50%, 229 рублей, потому что у нее срок годности заканчивается в апреле 22 года. Ну, до апреля, конечно, вы выработаете, но, может быть, даже не выработаете, но это же не молоко, не хлеб. Я возьму именно эту баночку. Очень удобный дозатор. Ну и цена приятная. Обратите внимание, в Эль-Сити вот сейчас такая скидочка идет. Только смотрите, должна быть вот такая наклейка. Скидка 50%. Если этой наклеечки нет, то скидки вам не будет. Без скидки это стоит 460 рублей.